Андрея Данилко, более известного под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, предложили выдвинуть в президенты Украины, артисту по силам наладить мир в стране. Ставку на Верку Сердючку в качестве президента Украины сделали в России. Свое мнение по этому вопросу высказал в беседе с дни.ру член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. Смотрю я на украинский политический бомонд и понимаю, что поляна там сейчас прилично зачищена на предмет прихода новых ярких интересных политиков, которые бы хотели наладить снова связи с Россией. У них впереди президентские выборы, и очень хотелось бы, чтобы на них выдвинулся общественный или политический деятель, который бы отражал саму Украину, по которой мы все соскучились, по ее напевности и щедрой душе. Словом, по всем тем качествам, которыми она была наделена до 2014 года. Если вы спросите меня, кого я сейчас вижу в этом статусе, разумеется, Андрея Данилко, папу Верки Сердючки, заявил Манукян. По мнению общественного деятеля, именно артист может стать достойным представителем на этот высокий пост, человеком, который способен стать духовным лидером Украины, именно потому, что в нем нет наглости, хамства, злобы, от него веет дружелюбием и справедливостью. А мне кажется, именно по такому лидеру за последние 4 года откровенно истосковалась Украина. Я уверен, что именно при президенте Украины Андрее Данилко наши страны смогут решить самые острые вопросы, которые сегодня нам мешают быть вместе, как прежде, отметил Манукян. Однако вряд ли у Андрея Данилко будет время заниматься делами государственной важности. Артист сейчас очень востребован. Судя по гастрольному списку, Сердючка часто выступает в Киеве, а также в некоторых городах Германии, где живет много выходцев из бывшего Советского Союза.